Здравствуйте, друзья! Сегодня прекрасный день, и мы решили посетить местный рынок Анталии. Давайте же посмотрим, что мы купили и что сколько стоит. Итак, лук репчатый. Здесь 2 килограмма. Стоит это все 10 лир. В переводе на рубли это 57 рублей. Дальше идет у нас лук зеленый. Здесь пучок 2 лиры, 11 рублей. Дальше у нас идет маслина. Маслины 800 грамм, 20 лир, то есть 114 рублей. Дальше у нас идет петрушка. Петрушки тоже здесь. Пучок 5 лир, 28 рублей. Затем мы зашли, купили перец. Перец 1 килограмм, 4 лиры, 23 рубля. Помидоры. Помидоры 1,2 килограмма, 7 лир, то есть 40 рублей. Увидели очень выгодное предложение по апельсинам. Здесь 5 килограмм за 10 лир, 57 рублей. Дальше мы увидели еще дыни, 3 штуки, 10 лир, 57 рублей. Еще мы увидели, что продается хурма. Хурма здесь очень вкусная. Она не такая, как можно было кушать в России. Она менее вязкая. Она здесь очень вкусная. Нам очень нравится. Здесь 1,3 килограмма за 6,5 лир. То есть 37 рублей. Еще мы увидели рыбу. Рыба 1,2 килограмма. 54 лиры. В переводе на рубли это 307 рублей. После того, как мы прошли по овощному и рыбному рынку, мы решили пройтись по той стороне, где продают вещами, и кое-что подкупили. А именно, на зиму мы подкупили себе тапки. Тапки стоят 15 лир, 85 рублей. Увидели, что продают достаточно теплые вещи. Мы купили кофту. Кофта мужская. Достаточно большой размер. Кофта нам обошлась в 40 лир или 228 рублей. Дальше мы увидели, что там еще продают вещи, и купили такую женскую кофту. Она стоит 35 лир, теплая кофта, 200 рублей. И купили в комплект вот такие штаны. Штаны тоже теплые, 35 лир, 200 рублей. Итак, это был достаточно наш большой обзор покупок. Итак, подведем итог. Все, что мы здесь купили, все, что вы видите на столе, все, что вы видите на этом стуле, все это нам обошлось, внимание, в 1700 рублей. Кто бы мог подумать? Свои варианты цен вы можете написать в комментариях, сколько это все может стоить в России или сколько вы можете предположить за это все. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки. Также смотрите наши прошлые видео, там есть обзоры рынков, обзоры цен и многое другое. До новых встреч, друзья!